Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о том, как зарядить один телефон с помощью другого телефона, не имея никакого зарядного устройства, а всего лишь используя OTG кабель и родной USB шнур. Для этого мы возьмем и подключим наш OTG кабель к тому устройству, с помощью которого мы будем заряжать другое устройство. В этот OTG кабель USB подключаем родной USB кабель от. Все, как видишь, зарядка пошла. Сейчас этот телефон заряжает этот телефон, не используя никаких зарядок. То же самое работает и в обратную сторону. Единственное отличие, что этот телефон имеет разъем Type-C, а этот microUSB. Но у меня универсальный OTG, поэтому это легко сделать. Берем родной USB кабель от и то же самое проделываем и теперь, как видишь, этот телефон заряжает этот телефон, и помимо этого мы можем передавать файлы между друг другом. И еще один нюанс, что в некоторых телефонах есть автоотключение OTG. Это в настройках, дополнительные настройки. И есть функция в некоторых устройствах автоматическое отключение OTG. Нам нужно его отключить, этот ползунок. Ну, по умолчанию он и так отключен. Все, с помощью одного OTG переходника и родного USB кабеля можно заряжать спокойно смартфоны один другим. На этом все. Всем пока.